Эрика, привет! Даже, о, смотри, Эрика, смотри, у нас цицик тут есть. Иди сюда. Пушистик. Цицик, смотри какой. Он боится. Этого цицика? Да. Уходит. Ну не бойся, пусть пушистик. Он маленький. Он такой большой. Он хочет, он, я понимаю. Да. Загадка. Он хочет сейчас прыг такой. Он очень, да, он очень такой своенравный, этот цицик такой, да. Я его в лесу нашел. Вообще это хунан цицик получается, да? Да. Да, лесной кот. Ак цицик, да. Да, у меня есть видео, как я нашел в лесу. Маленький. А сейчас такой большой стал вообще. Отпусти его, пусть он идет. Если он потом придет, если что, еще. Мы его потом еще возьмем. А, он хочет... Да, возьми. Поизучать. О, пошел. Ну что, у нас сегодня уже новый урок чеченского. У нас тут две еще. У нас компания из троих человек. Давай изучать. Мы сегодня, смотри, вот эти вот слова будем изучать. Вот эти вот. Здесь раз, два, три, четыре. И еще специально бонусные слова, вот эти три. Всего семь слов. Схогал. Да, ты... это слово тебе очень понравится. Схогал. Да, вот, тут есть... тут, наверное, так не видно. Вот, ну там потом покажу. Смотри, вот это вот... Как думаете, что это здесь такое? Я прочитаю, как вы думаете, что такое? Чою. 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 Комната? Комната, да, комната. И вообще получается, что чо – это как внутренности, то есть что-то внутри находится. Чо. Да, чо. То есть, например, помнишь, например, там, как-то мы, например, где там квартир чо, ну там ты чо говоришь, там вот. Это чо – это как внутренности, получается комната. Чою. И это получается, как вы прочитаете? Цаду. 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 Я так понимаю, что цаду – это тоже комната или, можно сказать, дом. Запомнили? Цаду. 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 И чою. Да. Чою, да. Вот. А вот кровать как будет? Мангбу. Да, только здесь вот это вот слово, вот это «а» с мягким знаком, оно читается как «а» с мягким знаком, как в английском слове, например, «cat», вот это «э». Мангбу. Во. Мангбу, да. Мэнгбу, да, мэнгбу. Например, чою, это будет комната, цаду, тоже комната или дом, и мэнгбу, кровать. А вот здесь, как говорится, что это такое вот это вот? Дорожка, половик, палас. Угу, да, это палас, да, палас. А как палас по-чеченски? Палсбу. Да, палсбу, палас, ну реально похоже, да? Вот, а тут получается кузбу. Это ковер. Это ковер, да, кузбу. Смотрю. Кузбу. Да, кузбу. Здесь ковер не видно. И еще есть одного типа ковер. И я посмотрел словарики специально. Это войлочный ковер. Если войлочный ковер, то он будет истангду. 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 Да. Ну что, запомнили? Надеюсь. Да? Давай я буду говорить, а вы говорите какой, да? Я буду вот так говорить, а то вы скажете. Да. Я буду показывать. Да, сейчас так. Вот, номер. А, так. Вот. Здесь получается чою. Это комната. Комната. Да, цаду. Это дом, комната. Да. Мэнгбу. Кровать. Паузбу. Палас. Это ковер. Палас, да, ковер палас, да. Да, 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 длинный такой, ковер. Да. Я думаю, почему палас раньше называется? Вот откуда, с чеченского пошло. Да. И потом кузбу. Это ковер. Ковер уже. Да, ковер. Но не войлочный. Да, а еще есть истангду. А это войлочный. Войлочный ковер, да, молодцы. Кстати, мы нашли это самое. Его приманить да, можно? Да, он же придет. Мы нашли, мы с Алиной чеченские, когда смотрим вот эти все слова, да, мы как-то ехали, вспоминали и все помним. Вот как будет бочка? Чермду. Чермду. А как будет это самое... Лестница. Лестница, ламингу. Да. Ламингу, представляешь? Класс. Вот. А что такое морзахбу? Помнишь? Гвоздодер. Щипцы. Да, щипцы. Реально? Вот, запоминайте. Да. А еще смотри, давай дальше вот эти три слова. Ну, вот
Люся, ты уже услышала. Схогал. Схогал. Это я знаю. Да, это лиса, да. А вот есть еще два слова. Есть га ду и кивью. Вот есть здесь... Как ты думаешь, что такое гаду? Может, ворона? Нет. Значит, липа. Веточка. Веточка, веточка, да. Угу. Га – это ветка. А кигью. Ворона. Ворона, да, ворона. Кигью – ворона. Ну, вот так, Элька, мы 7 слов с тобой выучили, да? Да, и еще, главное, вчера тоже видео записал и сказал, что в Грозном был. И меня спросили, когда был. Я поставил в видео комментарии, где мы были. То есть там реально сколько, раза 4, наверное, раза 3 был в Грозном. И мы хотим еще поехать. Вот. Сан Йиш тоже. Все лишь гала чох тоже хочет. И Сан Зуд. Так что дай бог все поедем. Поедем. Отменят карантин и поедем. Да. Все. Адикрел. Адикрел. Да, дэрик. Цицик. Цицик. Не хочет вообще, ладно.